Приветствую вас, уважаемые телезрители! В эфире прогноз погоды с данными синоптиков на четверг, 11 октября. Ознакомить вас с этой информацией буду рада я, Олеся Вайнер. Начнем. В ближайшие сутки на территории Украины предполагается в основном переменная облачность, но местами небосвод на какое-то время полностью прояснится. Из осадков украинцам стоит лишь ожидать туман, который предвещается во многих городах страны. Средняя дневная температура воздуха будет плюс 17 градусов. Далее детальнее о погодной ситуации в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 6 до 19 градусов тепла. Ночь здесь пройдет под пасмурным небом. Также возможен туман. На рассвете небо над Полтавой, Черкасами и Кропивницким начнет светлеть. На юге страны термометры в течение суток покажут от 11 до 21 градуса со знаком «плюс». Южный небосвод с ночи до позднего вечера обещает быть ясным. Так что у местных жителей есть прекрасная возможность вдоволь насладиться теплой солнечной погодой. 11 октября отмечается Международный день девочек. Эта дата призывает обратить внимание нас с вами на решение проблем дискриминации и притеснения, с которыми сталкиваются девочки, малыши и подростки во всем мире. Ведь все они – это будущее всего человечества, которое нуждается в заботе, внимании и защите. И снова о прогнозах. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 5-18 градусов выше нуля. В этом регионе в основном предвещается переменная облачность. Но вот ночью и местами вечерние часы на западном небосводе ожидаются серые тучи и туман. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 4, а максимальная дневная достигнет 16 градусов тепла. После пасмурной и туманной ночи небо над северными городами к утру начнет светлеть, однако к полудню в Сумы вернутся серые тучи. В Чернигове и Житомире в обеденное и вечернее время предполагается легкая облачность. Востоку метеорологи обещают более частые прояснения, чем на остальной территории Украины, однако местами заглянут сюда небольшие облака. Местные термометры в течение суток покажут от 5 до 21 градуса выше нуля. Атмосферное давление в этот день составит 771 миллиметр ртутного столба. Самый высокий уровень влажности воздуха придется на ночь 90%. Скорость северо-восточного ветра от 3 до 6 метров в секунду. А теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть от 6 до 9 градусов тепла. Днем прогнозируется 19-20, также со знаком «плюс». В Северодонецке небо останется чистым с ночи до захода солнца. В Луганске и Алчевске предвидится небольшая облачность с частыми прояснениями. Однако в областном центре после полуночи возможен туман. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 7 до 9 градусов тепла. В полуденные часы они будут колебаться в пределах 19 и 20 градусов. В Мариуполе предвидится ясное небо в течение целых суток. В Славянске и Донецке основная часть дня также выдастся погожая. Лишь ближе к вечеру в этих городах начнут появляться едва заметные облака. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 7 до 9 градусов тепла, а в дневное время 19-20. Ночь здесь выдастся звездной, но к утру в Днепр и Павлоград идут небольшие облака, которые не покинут их пределы до завершения дня. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 5 до 17 градусов тепла день в Киеве начнется под пасмурным небом. Также в это время возможен и туман. На рассвете столичный небосвод немного прояснится, но к вечеру небольшие облака вновь соберутся. Это были все синоптические данные на четверг, 11 октября. Хорошего вам настроения и удачного дня! До встречи в нашей студии!